В аэропорту Пулково объявили войну очередям. Для этого там открыли специальный диспетчерский центр. Он будет формировать грамотную логистику пассажиропотоков. Специалисты говорят, что это позволит на 50% сократить время на всем маршруте от въезда в воздушную гавань до посадки на борт. У людей повышается уровень комфорта. То есть они реально не понимают, каким образом за такое короткое время они оказываются у нас в коммерческих зонах и в зонах, где они уже дальше выходят на посадку. Оценить и оптимизировать время прохождения пассажирам каждого этапа помогает специальная компьютерная программа. В новом подразделении трудятся 7 диспетчеров. Они координируют потоки в зонах регистрации и досмотра, на стойках информации, пунктах въезда и выезда. При необходимости оперативно перераспределяют сотрудников туда, где требуется усиление. Мы определяем периметр. В данном периметре у нас есть в моменте количество человек. Мы можем считать, мы можем определить, какая скорость у нас прохождения одного человека через стойку регистрации, тем самым оценить утилизацию ресурса агентов по регистрации. И видим среднее время нахождения человека в очереди. Пулково – первый аэропорт в России, где будет использоваться система. Ранее здесь уже были запущены опции, которые позволяют упростить и ускорить путешествия, в их числе въезд на территорию без парковочного талона, электронные аппараты для проверки документов, дополнительные стойки регистрации для пассажиров без багажа.